Hey yo guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы убили с вами босса и еще, по-моему, двух боссов. Вот этой локации вот. Так, теперь нам нужно отправиться с вами в Raccoon West. Только я не знаю, в какую сторону. В глушь. Да, в глушь-глушь, потому что там у нас доска объявлений. А около доски объявлений мужичок, если вдруг что. Сразу же издадим. Если будет еще задание, возьмем. Но мне кажется, это норма. И есть еще одна новость. Я их сейчас даю две эти миссии, и я пусть по плану. Да? Я апнулся. Да, я апнулся. Так, окей. Так, в течение нескольких секунд после убийства врага повышается защита. Я вот думаю, стоит ли мне качать броню? Сейчас. Как и вариант, я могу сейчас прокачать сопротивление урону. Ну... А, нет, это другое. И еще идет бонус к урону. А. Это когда у меня щита нету, ладно. Короче, бульдозер качаем следующим. Монетки. Ну так, все. Здесь миссии мы сдали. Теперь мы летим с вами в Raccoon West. Эст? Так, я... Тихо, что? Легендарная пуха? Лёль? Кислотный... Вау. Ништяк. Рели, ништяк. Легендарная первая пуха. Первая легендарная. И она... Хуйня! Она дерьмовая. Здравствуй. Бешеный граф сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Торг сочетает в одном... Я не понимаю то, что он говорит, ладно. И амортизацию отдачи. Продать. 270. 324. Снижение отдачи. Это плюс или минус? Ладно, оптический прицел. Оптический прицел здесь поменьше. Скорострельность. Ладно, тут скорострельность больше. Точность. Больше. Больше. Но здесь урон получше будет. А, здесь этот убогий прицел. Так, сейчас я посмотрю скорострельность. Триста семьдесят. В принципе, разница почти в 50 урона, но... Нет, я не отдам свою малышку. Ну, если здесь, конечно, будет урон, было бы 400... Забирайте пушку, я не против. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Так, походу я дробаш хороший продал, но мне уже все равно. Так, продать. Продать. Бомба херня. Продать, продать. Защита от коррозии. Продать. Так, все. Отправка теперь, я забыл опять куда, потому что еду ЦП. Raccoon West. West. А в какой? Давайте в нижний. Просто есть переведенные уже локации, а есть не переведенные. Типа, допустим, вот глушь есть. New Haven это New Haven. Ладно, это можно и запомнить и так, с новым Хейвеном. Сейчас
Ништяк. Надеюсь, я угадал. Я угадал? Исти, я угадал. И да, 27 уровня она. Наша та миссия 28, то есть плюс-минус можно считать. Эй, то, что пора, нас все равно отправят от Heaven. Если нет, я сам туда схожу. Потому что все локации нужно посмотреть в данной игре. Бешеный граф сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Где? Вот где я? Где он? Вот где? Скажи мне. Скажи мне точное местонахождение его. Все, я туда схожу к нему. У меня 1100 хп. Это хорошо, очень хорошо. Или не очень. Не, это хорошо, хорошо, хорошо. Мансуем. Мансуем. Раки на подходе, нам все равно, я иду. Плевать. Пускай атакуют. Я все равно убегу от него. Тебе что-нибудь нужно? Опа-на. А что я говорил? Мы отправляемся в Нью-Хейвен. Нам еще надо поговорить. Так, а где у нас он находится? Бам. Просто я их сейчас убиваю. Для интереса, что у меня сейчас и пули есть. Хотя... О, холодильник. Что за хрень? Деньги. Деньги 29к. 29к. 29 тысяч. Но. Мне нужна одна вещь. Мне нужен апгрейд. Шматья. Нет, нужен апгрейд. Ля-ля. А это он меня заметил. Апгрейд шматья мне нужен срочно. Так. Короче, не буду я мучиться, лучше пойду. Хотя, может, в Нью-Хейвен сначала залететь. Я знаю, за какого он дауна говорил. Я вспомнил. В Нью-Хевене, по-моему, помните, был пес, которого то. Здесь можно подобрать себе машину. Можно даже. Все, ща. Короче, пока телепортируюсь, расскажу. У нас же типа челик тоже стоит около какого-то домика или сарая. И у него можно тоже взять задание. Я, скорее всего, думаю, что это он и есть. Это скотина, которая говорит, типа. Про меня плохую вещь, и мне нужно к нему сходить, чтобы взять миссию, окей. А он находится, по-моему, где-то здесь в проулке. Да? Да, вот он. Если это не он, значит, мне нету вариантов. Бешеный игрок сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Кто? Я не понимаю. Эй, ты что, не видишь мою пушку? Чем могу помочь? Я просто не понимаю, о ком он говорит, бля. О ком, скажи мне. Вот он говорил мне New Haven, окей. Этот вообще ничего не говорит. Раскон Вест. Идем в глушь. Хорошо, я посмотрю. На этого челика, окей. Если это не он, у меня вариантов вообще нет никаких. Ну просто кто еще мог у меня быть? Кого еще тогда мог брать миссии? Только у него. Только у него и все. Привет. Нет, ну он дружелюбный, это не он. Так, ладно, беру машину. И еду. Железяк освобожден. Здравствуй. Бешеный граф сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Ну я не знаю, кто это, блин. Ну о чем ты? Какой граф? Ты о чем? Железяк, ну скажи по-русскому.
Где он? Где, скажи? Просто тупой граф. И где я его найду? Графа этого. Так, надеюсь, на машине ж можно заехать? Нет, нельзя. Опа, здесь уже какие-то военные. Old Haven. Опа, она. Так. Это уже что-то новенькое. Это действительно что-то новенькое. Так, что у меня по оружию? И отсюда меня уже не выпустят. Лекарство на любой вкус. Ну, это не то. Так, ладно, продам модификации. Все. Бабла у меня дохерища, просто дохера. Ждет хорошо вооруженный противник. Купите себе достойную пушку. Штурмовая винтовка, не агрится, да? Опять. Револьер. Ну, я хочу улучшить револьвер. Ля их там. Вообще. Опять тут расстрел был. Пипец. Их просто не щадили. Какой город? Нихера себе. Опа. Я не думаю, что эти чуваки дружелюбно настроены на меня. Поэтому давайте сразу чекать, что здесь есть поблизости. Так, о, стоять сундук. Ой-ой. Серьезно? Нихера себе! Это сколько ему в голову стоять? А что я тут подобрал такое охерительное? То чтоб-то почему-то... Ладно. Хорошо, снайперка... Против них раритет. Да не двигайся, ты псина! Ты можешь не двигаться? Сядь! Где-то сядь! Все, спрячься, да, спрячься сюда и все. Тихо. Ну, ладно. С придурками этими как-то можно справиться будет. Так. Ага. Короче, делаем зачистку города. В принципе, можно делать критический. И добивать с помощью пистолета. Вот так. Старое копье. Они наняли бандитов, чтобы перекрыть дороги, а потом убили их, чтобы не выплачивать им жалование. Не самая лучшая деловая стратегия. Ой, щитоносцы. Приводит к уменьшению прибыли. Так, вот это уже пошло такое, знаете, жесткое что-то. Действительно жесткое, потому что... Район, канал, свалка, что? Я не понимаю, у вас немного, ребята. Не, я понял то, что здесь жестко все будет у нас происходить.
Окей, мне нужно вверх, да? Все равно. Значит, где-то я правильно шел. Что-то здесь что-то или нет? Вижу сундук, окей. Так, Джекобс. Ой-ой-ой. Да ты заебал. Блять, сука, я сейчас в рукопашную на них нахуй пойду. Ребят, ну вы сами виноваты. А я предупреждал. Так, эта мразь где-то... Сверху? Я укрытие? Да, ты укрытие. Блять. Это голова или нет? Да, это голова. На, гранату, на гранату. Бля, это вот эта мразь. Бессмертная мразь. Которую я атаковал, а он не умирал. Короче, в принципе, ульта здесь очень хорошо заходит. Но я все равно нихуя не ебу. Мне показано там. Но только что мне тут делать? Так, тихо, все, успокаивайся. Ну если бы хотя бы на что-то объясняли, но я не знаю. Ну что, ну спрятался, да, типа? Повторяюсь, типа. Ой, ну, турель, ладно, это такое дело. Дело очень нервное. Поэтому... О, мне это нужно запустить или что? Я не понимаю просто, куда мне идти, что, где. Я вообще не понимаю. Ладно, идемте, короче, в начало, я продам шмотки. И сейчас что-то придумаю. Даже лучшего стрелка могут ранить. Поэтому следите за состоянием своего щита. Со щитом у меня все хорошо. Так, желтый район. То есть мне нужно зачистить или что? Объясните, объясните можете? Или как, я не понимаю. Или что? Где? Что спрятано, что ли? Нихуя не понимаю. Хотя бы что-то лежало, но... Ой. Сложно. Так, ладно. На обход идем. Там есть сундук. Здесь есть сундук.
Ого. Поздно. Поздно, 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 поздно. Тихо, все хорошо, все хорошо. Ждем каких-то 30 секунд и снова идем. Сколько их, пипец. Так, стоять. Так, все, сейчас быстро убиваем всех. Два щитоносца. Раз. Два. Плевать, 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 до конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Хорошо. Окей, в путь, давайте. Тихо, 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 тихо. Поворот. Поворот, поворот, тихо. Тихо, 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 тихо. Там железяк как жесткий, вот он. Ноль урона. Готов. Не, я иду за тем. Стреляй хоть сколько больше. Я могу к тому залезть? А, обидно.
до хера вещей выпадает. Вот это вот хорошо. Где он стреляет? Тихо. Ладно, по снайперке лучше. Так, наверх. Да, из них до хера вещей выпадает, если честно. Я даже не думал, что столько много. Почти с каждого что-то падает. Ну, я все равно не понял, а что мне делать. Но желтый, да, и все. Ни объяснения, ничего. Аля, желтый район. Ну вот, желтый район. Подождите. Что вообще нужно для? А, погаси. Дымовые сигналы погасить. Ё-моё. Вон. А, нет, это не. Вон дымовой сигнал. Здесь где-то дымовой сигнал? Да, вон он. Дымит. Походу это он, да? Это они? Да, это они. Да, это дымовые сигналы. Раз. Так, дымовой сигнал. Так. Так, готово. Так, дымовой сигнал, стоять. Задание. Где вообще задание у меня находится сейчас? А, ну. Это можно будет потом дойти. Так, следующий сигнал у нас здесь. Так, культу я оставлю на всякий случай, пускай будет. Так, где-то около крыш. В районе крыш, окей. Здесь дойти никак. Готов. Раз. Два. Ай-яй-яй-яй. Все, я не успел, не успел, не успел, не успел. Хотя я мог попытаться, ладно. Раз. А, у меня грен нету, понятно. Тихо. Сейчас будет ульта. И готово. Так, еще где был? Сюда иди. Убивать! Так, все. Так. Перезарядка, перезарядка. Инвентарь. Еще немного есть места. Так, ничего. Так, здесь я могу закрыть клапан. Окей. Так, а возвращаться все равно надо, окей. Опа, еще ящик. С
звуки черепа. Так, так, так. Мусорник наверх. Некуда. Так, стрелочка, стопы. А, это не стрелочка, ладно. Так. Оп. Опа. Так. Так, где этот был? Так. Так, сюда, 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 сюда. А, он наверху? Так, готов. А так, лутаем сундуки. О, пушка. Так, время идти, короче, продавать. Так. Да, это тоже пушечка. Так, где тут ближайший магазин? А, сюда, короче, на обход нужно идти, окей. Пускай стреляет. Ты что? Тихо, тихо, вас уже слишком много. Что? С той стороны? Серьезно? Окей. Магазин, магазин, магазин. Где-то здесь. А, вот. Тихо, тихо. Если емкость магазина так, продать. Недостаточной, SES решит вашу проблему. Нет. Еще больше пуль. Все модели SES оснащены увеличенными магазинами. Продать. Так, отмена. Да ну, это бомбы. Продает, продать, продать. Сколько? Нихера себе. Так, тихо, отмена, отмена. Вау. Возьму обязательно. Так, стоять. 500. Очень медленное увеличение здоровья на 30%. Владов, не обязательно так, быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Так, я застрял? Нет, все хорошо. Где еще дым горит? Да черт вас побери, тихо, 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 тихо. Так, не-не-не, нужно пускай перезаряжается. И нужно менять, короче, базуку. Вот и все. Еще! Так, сюда, сюда. А, не сюда. Я потом там тоже. Успею, 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 успею. Кровь. Раз.
Еще один железяка. Так, вот так. Все. Надо же! Мы еще не убили. Так, хорошо. Так, щитики, щитик. Подожди, подожди, подожди. Так, снизу. Ну и все. Я здесь. Так, подожди, железяк. Мне все равно, что ты здесь. Мне нужно сначала все сделать. Так. Крыши. Все, я вижу эти крыши. Наконец-то. А вот они. Вон, горят, горят. Ой, да ладно, все, побежали. Вы все равно меня не убьете. Или убьете. Ой, это уже опасно, это уже опасно. Нет, все, теперь не убьете. У тебя есть снайперка, у тебя есть снайперка, у меня есть плохие. Так. Не, ребят, все, я вас понял. Вы стали сильными. Так, куда это задание было? Черт. Ладно, все нормально. Плевать, у меня все идет по плану. Все идет по плану. Хер. Граната, пули. Так, статуэтка. Сейчас железяк, подожди. Пускай все утихомирится, и я возьму у тебя задание, где ты. Все, вижу, я тебя увидел. И куда мне идти? Пора на Флинта. Заберите последний фрагмент. Окей. Так, New Heaven. Телепорт нету? Алое копье заинтересовалось нами, значит, мы навлекли на себя большие проблемы. Вернее, ты, а не я. Я сижу в безопасном месте, попивая ромашковый чай. Им известна легенда о хранилище, поэтому они вряд ли спокойно пропустят тебя туда. Бегу, я просто бегу, Если что, я ультану. Так, хп есть. Будет вместе еще 500. Юзаю ульту. Так, не туда забежал. Так, все, беги. Просто ровно беги. Сейчас резко налево. Продаем шмотки. Проходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Опа-на. Так, две эти снайперки оставляю, иду, короче, в New Heaven. Так, New Heaven. Так. Я прилетел. Так, а там, короче, задание. Да. Тебе что-то нужно? Все. На этом пока все. Я согласен, что на этом пока что все. Так. 430. Даже если так, 31. Так, стоять, сравнить. И то оружие, что у меня стоит.
Так, ладно. Скорострельность у нее тоже есть. Прицел такой же, по сути, как и у меня. Урон очень жесткий. А что с этим? Со вторым, где она? Вот она, да? Здесь идет электричество. Но электричество, как я понял, дерьмовое. Поэтому я беру эту снайперку. Потому что я говорил, если была бы разница хорошая, то можно было забирать. Здесь у нас 270, а здесь 437. То есть очень много. Так, ну ладно, в принципе, все. На панели наград у черта на куличка доступны новые задания. Мы туда сейчас отправимся. Может быть. А, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока. Yeah.